Сегодня ушел из жизни Ферит Гибаддинов, председатель Совета общественной организации «Национально-культурная автономия татар Чувашской республики». Он был очень активным человеком. Помимо Совета, входил в президиум Национального совета Всемирного конгресса татар, в Совет по делам национальности Чувашии и везде успевал. Получив специальность культпросвет работника, Ферит Гибаддинов до 1985 года работал директором Дома культуры в родном селе Комсомольское, затем в отделе культуры. В 1987 году возглавил местную школу искусств, где и трудился до последнего времени. Его культурные проекты – фестиваль молодежной татарской песни «Урмаймоны», фольклорный фестиваль «Арт Мартхия», международный фестиваль традиционной культуры тюркского мира «Урмай Залида» известны на весь мир. Ферит Гибаддинов имел многочисленные награды Чувашии и Татарстана. Он – заслуженный работник культуры сразу двух республик.